Всем юхай! С вами я, Майн, и вы на канале Амайн Гейминг. Мы продолжаем, между прочим, сталкерить тень Чернобыля. Только вот я, кстати, запутался. А в какую сторону нам надо? В эту или в эту? В эту или в эту? Я понятия не имею, но... В какую сторону я был повернут, когда загрузился? Скорее всего, в эту сторону нам и надо. Короче, вот, ситуэйшнс таков, да? Ситуэйшнс таков, если это вообще можно так сказать. Все круто. Все... Да, нам сюда, кстати, в прошлой серии записывал ее, да, я давно, и как, в принципе, последний раз вообще с видео записывал я тоже очень давно, поэтому я не могу сказать, что я все помню. Я вот тут вчера прыгал, в прошлом видосе прыгал, скакал, вообще не понимал, что происходит, и завалил одного чела. Может взорваться, кстати. Ну, короче, взорвал-то... Я одного чела. А... Да какой пистолет? А нужно было двоих. Вроде бы. Короче, давайте съедим. Ну перед... А! Я не... А, могу съесть. Что... Задание провально. Уничтожение лагеря. Да мне и не надо его уничтожать. Можно я выброшу патроны? Вот. Опять у нас до хрена всего. Ладно, пофиг вообще. По барабану посрать как... В смысле? Чё? Ладно. А то, что нам нужно проникнуть в саркофаг... Давно видосы не записывал. Вообще обосраться, насколько давно. Просто стримлю. Наперед записанные видосы монтирую. И вот, короче, вот такие вот дела. Сталкер, остался... Это 056-й. Отсутствие излучения подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база. Возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Так я всех уничтожу. Установить карантинный режим на территории антенн. Вы глупые. Нарушитель режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. А с кем они стреляются и мо... Не, они не мои. Эй, меня забыли! Меня забыли, пацаны. Они по ним, по нему. Или с кем они стреляются? Проникнуть в саркофаг. Короче, this is что-то очень ужасно плохое. Что мне выкинуть? Выбросить все гранаты две выбросил, мне на них вообще посрать. Ответьте мне на один вопрос, попросите таймер врубить. Это не мои, я понял. Ну, блин. Офигеть, вы это второй раз мне показали? Зачем? Мне пофиг на ваше уничтожение лагеря. Подожди. Короче, у нас очень много лишнего говна в инвентаре, поэтому мы сейчас берем калаш и будем стрелять с него. Понятно, я думаю, вполне ясно. Будем стрелять с него, чтобы тратить патроны на нем, а не на М-ке, потому что М-ка нам еще с вами пригодится, причем еще как. Задача перебить здесь всех, вообще всех. Каким образом это осуществить, я не имею малейшего понятия. Я, может быть, это... Хотя подожди. А. Ну ладно, допустим, я знаю, как это все сделать, окей. Я примерно понял. Но вот явно возникает очевидный вопрос. А может быть мне подождать, пока они сами друг друга перестреляют? А че все замолчали? А, они стреляют. Они мои или не они не мои? Я вот этого, они не мои. Алло, ты умрешь? Понимаете, чё? Я один, не перестреляю всех. Обосраться, я понял. Проникнуть в саркофаг. Что вы понимали, это финальное задание. На карте саркофаг абсолютно никак не отмечен. Вот я меченый. Я посмотрел что-то там. Нам вроде как вот сюда. На Припять. Да? И там где-то будет саркофаг, я думаю, это еще серии 3-4, но перед этим нам нужно подготовиться... Ты это мне?
Это я, скотина, которая где-то залегла? Ты серьезно? Подожди, сохранюсь, сохранюсь, чтобы оживиться здесь. Он что, меня обхитрить решил? Ладно, я съем аптечку. Я умер. Я выжил. Я выжил. Подожди, во-первых, это как-то неэкономно очень, потому что быстро расходуются патроны. Как мне выжить, я не имею ни малейшего понятия. Меня обходят со всех сторон. Куда уйти? В поезд? Не знаю. Идея плохая, мне кажется. Ой, обосраться. Ладно. Где? Вот откуда стреляют? Я слышу, но я не понимаю. Офигеть, хп нет. Я ухожу. Я ухожу в поезд. Я выживу? Я выживу, все отлично. Это все простреливается. Это просто они прошивают, я понял. Прикол, смысл происходящего, я понял. Как я буду отсюда выбираться, я не имею ни малейшего понятия. Нэмс. Я, между прочим, искал ответ на свой вопрос, что дальше делать, очень много и долго, поэтому запись уже 21 минуту идет. А, это был вантап. Ладно, красиво. У вас видео длится 6 минут. Ну ладно. Типа тоже хорошо. Вижу. Это очень неметкая пушка, что могу сказать. Поэтому мне сложно будет. Ну че... Обосраться. Живем. Несы. ХП нет. Ни хрена себе, несы в трусы. У меня уже аптечки. Ну, аптечки есть. Ну окей, просто ждем, когда они будут проходить сюда. Сталкер, блин, день Чернобыля. Ничего нового. Это просто дефолт. Давай. На. Мне пофиг. Я буду крысить. Я буду... Может, с какой-то стороны это будет нечестно, потому что я буду крысить. Я не удивлен. Знаете, в чем прикол? Я просто не удивлен. Ладно, ладно. Как сказал механик 56 в комментариях, осталось совсем немного. Хотя, точно, я не знаю, как выглядел комментарий. Ладно, все, пофиг, давайте, окей, let's go. Надо агрессивнее, мне кажется, играть, потому что... Ну окей, в данный момент я не решаю, что происходит в игре, потому что, типа, вот, пофиг, разброс как в реальной жизни, не как в стендове. А можно мне разброс как в Warface? Потому что там нет разброса. Окей. Наскрин, давай. Ну вот на троечку нажимаю, чтобы с ножа начать фигать. Давай. На нож, давай, иди сюда. Да вы шо? Бояться. А почему я не попадаю? Вот явно возникает очевидный вопрос. Где? Минус. Все, окей, смотри, вот минус, я сохраняюсь. Здесь пушить вообще не вариант. Но я думаю, в принципе, ну, я их... Ладно, окей, я теперь понимаю то, что они все-таки... Я их всех уничтожу, я это понимаю. Подожди. Я понимаю то, что я это смогу осуществить, но это будет очень сложно. Вот что я могу сказать вам в данный момент ситуации времени. Так. Прикрой, завалим его. Давай. Они не будут пикаться, ладно. Тогда я... Они... Прикрой, завалим его. Чел, которого я пристрелил, прикрыл того чела, который пристрелил меня. Это дефолтная тема, на самом деле. Называется подразмен. Окей, я вас понял. Давай, иди сюда. А я уже...
А зря я это сделал, кстати. Я это сделал очень даже зря. Но я хотел красиво, как там Джойсоны, вот эти вот ваши Майклы Джорданы. Хотел сделать красиво, немного не получилось. Ну давай, давай, иди сюда. Пиксель? Не уйдешь. Я и не собираюсь. Не, вообще-то я собираюсь уйти, но вы мне мешаете. Он будет там, нет, что-то делать? Отлетают слитые боты. Вот сейчас вот с них они достаточно близко ко мне находятся. Я смогу у них взять хотя бы немножко лута, потому что у меня уже патроны нема. Ну, конкретно на калаш. А так-то все мама, но... Но немножко нема. А я попал в него вообще? Вот у меня такое... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я понял. Крысы, они такие. Да камон, можно мне разобраться с ними? Просто я вот уже сколько пытаюсь что-то сделать, но у меня потихоньку, ну, пофиг, я буду тратить аптечки. Мне вообще пофиг, серьезно говорю. Для меня жизнь важнее переигровки, вот, сохранения. Окей, допустим, может быть, я в нем. Давайте, полетели, полетели. Окей, ухожу, 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 ухожу. Пофиг, пофиг, пофиг. Надо что-то делать, мы сидим, пердим. И они еще не... А, идут. Нет, заели. О, я в пиксель попал. Офигеть. Проникнуть в саркофаг. Это финальное задание. Что? Что именно вот мне? Ну сколько я патронов должен на тебя тратить? Я вообще не обязан с тобой что-то делать. Че? Вот, смотри, смотри, как только я здесь... Откуда он знает, что я здесь? Ну, скрипты, ладно. Давайте тратить вот эти вот тему. Бинты, бинты надо... А, смотри. Два раза нажимаешь и используешь. У меня ГГ, я понял. Что, вот именно ты, вот именно ты. Ответь мне на вопрос, что мне делать? Это загнал себя в тупик. Конечно, в этой игре была более жопная жопа, из которой выбраться практически невозможно. Но я... Офигеть. Но я из нее как-то выбрался все-таки. А выберусь ли я сейчас? Одно дело... Можно просто пробежать, да, не убивать каждого из них. Просто на пофиг пробежать и все. Можно и так. Я его убил. Или нет? А. Чего? Да я и не собираюсь. Имба позиция. Вот смотри, я вот сейчас иду. Я понял. Я понял. Я понял. Это он меня решил на этим подловить. Я потрачу это, потому что у нас их дофига. А дальше хпшка. Чел! А, их двое. Так, я запомнил. И их осталось двое. На двоих я не вылечу в открытую. Вот сразу говорю, на двоих не вылечу, потому что они все-таки жесткие. Окей. ХП у меня есть. На двоих не вылечу. Все, на одного вылечу. Где? Где мне конец? F6. Где мне конец? Вижу. А, их двое. Я не понимаю, ну... Да иди ты в сокоспенку! А, так он в меня попал. Окей, ладно. У меня есть что-то снайперское. Я в него попадаю. Ладно. Тихо, не стреляй. А, вон они. Я понял прикол. Сохраняемся, сохраняем. Это обязательно. И что мне делать?
И что мне делать, вот скажите, пожалуйста, и что мне делать? А вот это мне не нравится. Смотри. Последнее сохранение. Потому что там я был, ну, типа, с ХП. Сейчас я лоу ХП. Ладно. Вот отлично. Есть варик просто пробежать. Взять в руки ничего и побежать. Идея хреновая, я так понял. На нас работает. Так, подожди. ХП. Все, и ХП есть. А, насраться. Он знает, что это... Ладно. А никого больше нет? Типрил? А, он заперти. Ладно. Он... Я не... Зачем он туда забежал? Я не понял. Я не буду никого... Окей, минус. И остается один. Я сохранюсь. Один одиношенький остается. Где он? Или я его убил. Или фиг его знает. В любом случае, мне пофигу. Ну, блин, ну можно патроны не на калаш, пожалуйста. Можно патроны не на калаш, серьезно. А разрядить? Выбросить. Серьезно, ну кому? Ну это уже, это не интересно. Вот этого я лутал. Сейчас, я считаю, мне ресурсы очень сильно пригодятся. Кто? Они сверху? Я думал, я выиграл. А кто остался-то? Ну ладно, медикаменты, вот эти патроны мне не нужны. Хватаю. Это ХАЕ? А где пушка? Пушки нет. Кого хватать? О. Так, смотри. Выбросить, выбросить. Патронов нет, окей, я понял. Сохранимся. Где? Сверху. Чё за бред? Главный вопрос нафига? Кто? А, вижу. Не, не вижу, вижу. Я попал в них. Все, окей, я понял. Допустим, тактика вантапов. Где еще люди? Все? Я думал, я... Вот сейчас серьезно ты, человек? Ты серьезно? Я думал, я себе хотя бы как-то патроны восстановлю. Ты это мне? Дядь, ты шо? Ты переборщил. Окей, они далеко, я могу... Да, недалеко. Можно я уже закончу с вами? Давай, иди сюда. Это он? А как так получилось, что я тебя сквозь стены палил? Я... Это новый вид аптечки? Нормально. Я без ВХ, пацаны, я без ВХ, я чистый. Где потом? Где... А, пушка у меня. Разрядить. А чё это за патроны? Подожди. 5.40. А, ну они под... Они подходят, да? Да, они подходят, нормально. Они, в принципе, они отличаются немного, но они подходят для этой пушки, окей. Так, это... Вот-вот, можно вот... Можно мне вот такие патроны? Вот такие мне патроны нужны, серьезно. Граната такая мне не нужна. Все, прикинь, в одину... А, я забыл таймер врубить. В одиночку я справился с этими скотами. Разрядить, выбросить. В одиночку один в соло растащил. Понимаешь? Ты так вот, вот скажи мне, ты так можешь? Ты... Нет, ну... Не, ну вы-то ясно, вы так могете, вы могете еще лучше, чем я, да. Это ясен пень. Но все-таки это жестко. This is очень жестко. Все, да? Я вроде все собрал. Так, теперь мне нужно идти в ту сторону. Да или нет? А, подожди, а что внутри вот этих вот? Можно вообще внутрь попасть? Как факт, да. Здесь нельзя, вот можно тут. И что? А тут ничего нет. Ладно, но тут безопасно. Кто там стонет? Алло. Я кого-то не дострелил? А, да, Рил. Я максимум смогу прекратить твое мучение, брат. Сори, сори, я понимаю.
Ух, мать! Чё тебе надо? Ну надо же! Для превьюшки. Может быть, пригодится. Не могу. Братишки, не могу больше. Ну, я понял, я тебя услышал, братан. О, гранат, который мне нужен. Я тебя услышал, я тебя это все, да. Я сделал все, как ты про... Чего? Нафиг мне это все надо? Вот сейчас серьезно. Колбаску съедим, ладно. Колбаса, кстати, много весит. Так, я надеюсь, нежданчиков не будет, да? Можно лечь, полежать. Ну, ты для превьюшки уже был. Все окей, да? Я надеюсь, нежданчиков никаких не будет. Но как факт, там еще людей дофига. Поэтому я на всякий случай в руки пушку. Кстати, на секундочку. Я разрядить, выбросить. Я патроны себе все верну. На секундочку. У меня было 300 с чем-то. Но аптеки, вот аптеки я себе не вернул нифига. Ну, антидоты максимум. Бля, ты шо? Шо тебя так колбасит? А, ты снайпер! Ну, это нам не надо. А как? А как тебе? А, я думаю, я получу урон. Так, вот тут чел, где? Сверху? А, ну вас кто-то другой снял, вас... А, нет, подожди. Вас снимал я шел оттуда. О, аптеки. Да вы серьезно, что ли? Что выкинуть могу? Антидоты. Что могу выкинуть? Вот это я, вот это вот я не могу выбросить, к сожалению. Выпить энергетика могу. А, я хотел спрыгнуть, чтобы было красиво. 21 минута, между прочим, уже прошла где-то примерно как-то так. И что делаем? Вон там чел еще есть. Вот что вот это за место? Абсолютно ничем не примечательно. Вот антенны, между прочим. Если кто-то не понял, как они выглядят именно вот так. Это it is антенны. А, тут радиация прям жесткая. Кто? Теперь хороший вопрос. Куда? Подожди. Фонит сильно прям очень. Радиации много. Вот антенны. Что мне с ними делать? Они есть и просто существуют? Или я... дебил. Или я должен был с ними что-то сделать? Но как факт, нет. Они просто как факт существуют. Я иду. Где? Ребят здесь нет. Здесь есть только... А, вот это антенна. Они какие-то маленькие. Ты? Так. Алло. Окей, я патроны забираю. Сразу говорю. Разрядить, выбросить. А, я еще и перезагрузил. Откуда у меня столько? Ладно. Эйс. Откуда у меня столько? Где ты? Он кричит, я не понимаю, где он. Либо он под текстурами, либо фиг его знает. Ну, как бы игра старая, да и новые тоже с багами всякими. Сталкер 2 скоро выйдет, ну, как, вроде в следующем году. Это, да. Уже третий год или второй обещают, что он выйдет. А мы с вами в него навряд ли сможем поиграть, вот что я вам скажу. Потому... А, во, я вношу выход. Потому что, повторяюсь, у меня не супер мощный компьютер, и мы навряд ли сможем поиграть в Stalker 2. О. Что я могу в данный момент сказать? Но можно, между прочим, смотрите, можно арендовать комп, там вроде 60 рублей в час, с RTX, там вот супер мощно, ну, арендовать, да, понимаете? И так можно будет записать, но это фиг знает. Посмотрим. Ничего не обещаю. Все, идем. Все, хватит собирать всякое говно. Здесь мы сделали все. Вешеный, живой. Живой. Отлично. Ты все-таки смог отключить выжигатель. Тут все просто с ума посходили, когда узнали. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг, даже наемники. Кто первый доберется, тот и получит все.
Исполнитель желаний. Клондайк артефакта. Вы черт его знает, что еще. Поспеши. Если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Заметили? Речь Шрада шла про саркофаг. Поэтому сейчас, ну, в любом случае мы успеем, потому что это скрипты, мы можем послушать музяку здесь. А, может, вот этот чел орал, кстати, возможно. Ну? Меня забайтили на патроны опять. О, чел колбасу ест. Давайте я с вами колбаску съем. Хотя нет, мы сидим... Блин. Все равно, ну дофига всего. Что я могу выбрать? Давай, я служу, я из... О, энергетик. Чего заскучали, мужики? О, кстати. Рил, энергетик, выпил, все. Ладно, короче, все с вами ясно, вы скучные челики, вообще максимально. А я побежал. Чу, чу. Какому бою? Какому бою? Я не понял. А вас можно скинуть, кстати? Можно. Да, давай. Пошел. Так я мог его... Или не мог? Я мог его так или не мог? Дело ваше, я вообще даже не вникаю. Ладно. Кстати, давно не сохранялись. Надо бы сохраниться. Что это за пушка? Мне вот просто интересно, она топовая? Может быть и топовая. А может быть и нет. А давайте реально, давайте поменяем. Надо вот разнообразить. Я, конечно, не могу. А как узнать, пушка лучше или не лучше? А, вот, точность. И тут то... О, тут точность и удобность воли. Скорострельность. Вот это лучше. Повреждения вот у этой больше. Не-не-не-не-не-не. Мы так не играем. Разрядить. Выбросить. Мы так не играем. Извините, до свидания. Подожди, а вот тут мне пробегать надо быстро. Желательно. Максимально. Фу ты, блин. Так, подожди, другая пушка, это не перезаряжена. Все, я готов. Давай, иди сюда. Да я иду, я-то иду. Вы иди сюда, главное. Ой-ой-ой, какой вантапик прилетел. Прямо по лицу. Ой-ой-ой. Да, ты понимаешь? А, я по трупу стреляю. Ладно. Ой-ой-ой. Ну, пацаны, ну, вы же меня видите. Они в меня не попадают. А, он сам по себе умер. Ладно. Мне кажется, это вполне разрешается и может быть в нашей с вами жизни. Ой, блин. А почему бы и нет? Ну, я супер добрый, ты меня очень-очень-очень сильно раздражаешь. Все, наконец-то. А теперь мне нужно здесь срочно быстро пробежать. Так, там никого. А я вот тут же, тут аномалий нет. А, Рил, она вот только здесь. А они пошли прям по аномалии, им по барабану. Подожди, есть смысл собирать? Вот что? Вот есть смысл мне собирать вот эти вот аптечки? Окей, я собираю только патроны на М. Все, больше ни на что не собираю. Я? А, это что? Я извиняюсь. Думал, вы живы. А что я должен сделать? А, вот, а. Да, чел. А что я сделал? Я что-то переборщил, наверное. Ну или сделал какой-то непонятный бред. А, вот ты. Вантап. У вас я чекал, да, все, понятно. Давайте немедленно. Давайте прям бегом, потому что время терять ни в коем случае нельзя. Короче, у меня план такой. Собрать, потратить все патроны на калаше, да, выбросить его и ходить только с эмкой.
Хотя, с другой стороны, можно, знаете, что сделать? Можно взять, выкинуть все пистолеты, то есть у меня их два, и выбросить для него все патроны, потому что это нафиг нам не надо. Я думаю, это вполне логично. У нас много патронов. Типа, а давайте реально так и сделаем. Вот, смотри. Выбросить все. Офигеть, у нас теперь вот это тоже, смотри. Так, че, короче. Выбросить. Все, патроны, нафиг. Нам не нужны пистолеты. Отряд свободы, прием. Окей, это я командир спецотряда Долга. Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты че вообще тут раскомандовался? Плюс. Сейчас вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. А, мы их сейчас должны расколбасить. Я понял. А ты кто? Ну, я... А ты кто? А, все, понял. Прикол. Наши отлетают. А против кого сражаемся? А я их не вижу. А тут фонит. А это наш. А это наш. Против кого сражаемся? Объясните, пожалуйста. Я просто не понимаю вот этого. Вообще, кстати, нам заканчивать пора. Я жду, когда будет 30 минут, и мы можем закончить серию. Все, 30 минут прошло. Че? Это они против... А есть... А за кого я? Ну, я тоже как бы нейтральный. Как факт. Да? Я тоже нейтральный. Ну и пофиг. Так, это радиацию, здоровье, выносливость, кровотечение. Ну, идите нафиг, все. Мне сюда, я иду сюда. Мне вообще, честно, по барабану как-то это все. По боку не надо, неважно, это свои. А, это не свои. Значит, мне... Что это? Фигня. Подожди. А, все, ГГ, слушай, подожди. А. Выбросить. Ладно, пофиг. Окей, живем. Здесь, конечно, радиация. Фонит сильно, прям реально сильно. Но одеваться некуда, ребят. Одеваться некуда, запомните. Есть радиация. Все, ГГ, забей. ГГ, ВП. О, синенькую использую. Радиация жесткая, подожди. Все нормально. Все, забей. Я еще раз тебе повторю. ГГ, ВП, несы в трусы. Глисты, сысы. Кажется, я понял, кстати, как с этой пушки стрелять. И кто здесь что выеживался, да? А? А, походу я, да? Или ты? Ты один остался, чел, чё ты? А, понял, патронов ноль. Ой-ой-ой. А что у нас здесь? А кого? Кстати, я всё-таки не уверен, что нам нужно именно сюда. Я не уверен. По факту, в видосе, который смотрел я, здесь, в том видосе, который я смотрел, эти люди не атаковали персонажа. Они сидели здесь, и с ним, ну, с ними я, типа, ну, типа, я, другой человек, который проходил эту игру, сидел. Почему сейчас? А, он, кстати, тогда воевал, я теперь помню. Он воевал против кого-то из них, против Интех, вроде как. И поэтому они стали, ну, типа, за него, против него, вот это вот все. Ну, короче, непонятная какая-то жопа происходит. Время, пора заканчивать, ребят, прям рил пора заканчивать. Но мы пока что сейчас это соберем все. Выбросим, разрядим, понимаешь? А, все патроны, потому что нам это еще пригодится. Я понимаю, игра уже подходит к концу, но... А... Кто знает, вот механик 56, скажи, пожалуйста, а у нас будет какой-то финальный бой с боссом каким-то или что-то наподобие того? Вот эти патроны, хотя не, подожди, они нам нужны как факт. Будет бой с финальным боссом или нет? Или тут боссов нет? Ой, когда пересмотрел Elden Ring.
Вот. Мне просто интересно, стоит ли мне как-то подготавливаться, морально и физически. Ну, окей, допустим, если моя теория верна, значит она верна. Мы сейчас... Не, давай сюда. Зайдем, мало ли здесь есть... На подок... 544 расстояния, ладно. Ну чё, смена локации. Сохраняемся. Просто проверим, чё там. Если там логично ничего не будет, то ну, мы закончим. А, в любом случае закончим, нам надо посмотреть. Если там будет то, что нам нужно, мы с вами, судя по картинке, там то, что нам нужно, мы закончим. Если там что-то не то, встретиться с группой сталкеров. Орлы, слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне о тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед. Let's go, let's get it. Бля, мы туда попали, пацаны. Мы попали прям туда, куда надо. Все. Я вот так делал, у меня аж пыль полетела. Ба. Смена? База, я стоя 4, скоро будем на месте. Зачем стоя 4? Ага. Военные. Ну погнали. Следовать за группой сталкеров. Все, я сделал все правильно, ребят, смотрите. F6. Escape. Ну что, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк. Напишите в комментариях, батачек или получилось. Zen, Rutub, Twitch, VK. Все в описании находится. Пока что не скажу, потому что хочу кое-что сказать на тему следующей серии по сталкер. Возможно. Это, конечно, не точно, но следующий будет... Финальный будет серия, да? Прям как в Рафте. И скоро начнется третий сезон Рафта. Вернее, он уже начался, но я имею в виду на моем канале. Вот. Поэтому. Либо я в следующей серии прям до конца уж допройду Сталкер. Либо все-таки что-нибудь там как-нибудь сделаем. Короче, разберемся. Пока!